Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. И сегодня я начинаю проходить очередную модификацию к амнезии под названием Кроманен. И по традиции, усаживайтесь поудобнее, надевайте наушники, и я надеюсь, смотрите вы это ночью. Итак, давайте начнем. Блин, какая прекрасная музыка на заднем плане. Прям одно удовольствие ее слушать. Итак, что мы увидим нового в этой модификации? Ну, во-первых, звуки. Музыку вот мы уже слышим довольно-таки новую. Вроде как звуки будут новые. Модификация рассчитана на 2-3 часа. Но зависит все от нас. Как мы будем застревать в этих... на головоломках, на загадках, потому что они здесь будут. Даже разработчик предоставил текстовый файл, в котором написано решение головоломок. Ну, мы будем сами. Все равно там по-английски написано, я ничего не понимаю. Поэтому будем сами каким-то магическим образом отгадывать загадки. Пожалуйста, уже обсираться надо, да? Так, а чё так ярко-то, ё-моё? Пойдём налево. Где я вообще? Кто я? Зачем я? Так, ну там подъем наверх. А тогда с той стороны что вообще, тупик? Да. Хорошо. Возможно, это сон нашего главного героя. Кошмарный сон. Вон, мать, ты что, наркоман, что ли? Чё ты упал? Ой, грибы! Грибы, грибочки. Ну это ненормально, по-моему, тебе не кажется? Это действительно какая-то наркомания. Так, вот есть что-нибудь? А, инвентарь нельзя открыть. О, свинки. Свинки — это хорошо. Череп? Здорово. Чё за звуки? Что? Глаза трупецкие. Приди в себя, алё. Все, спать лег, походу. Сознание потерял. О, наркомания закончилась. Спасибо большое. Что это было? А, ну да, я так и думал. Это был кошмар, он бедный, он упал аж с кровати. Моя голова. Хэ, тут види голова. Вроде как. Ну, вроде да. Он сказал, моя голова, что-то там с его головой. Ты что, на скрипке тут перед сном играешь, что ли? Какие статуэтки интересные. О, лампа с первых минут прям. Это очень даже круто. Кто хочет, прочитает. Что-то резкая тишина. Ни музыки, ни хрена. Мне это прям, ну, не радует. Что... Я думал, это гвоздь, но это... как его? Долото вроде. Только тебе еще надо молоток найти, ключ. Bedroom key.
Включить нельзя. Два шкафа. Подозрительно. Тут вещи, прям одни белые вещи, белоснежные. Все это как подозрительно. И больше ничего тут нету. Ты смеешься. Ну ладно. Сочтем на то, что здесь больше ничего нету. Ага, вот. На ключ. О, музыка пошла. Что это было? Я думал, тут пролетело, это всего лишь эти листы. Фонарь наполнен полностью. Замечательно. Гордо орел. Письмецо. Закрыто. Замечательно. Закрыто. Very sample. Блин, знакомые слова. Не помню, как они переводятся. Здорово, Александр. Может, я что-нибудь спрятал там за собой, а? Нет? Нет, вроде как ничего нету. Масло. Ты там не дури. Что-то нам прям маслом дарит во все. Письмецо. Ладно. Это вообще что за дверь? Outside. Там вон с другой стороны заблокировано. Упадем. Outside. А, не, хрен там. Нельзя. Может сюда? Чего? Каким образом ты открыл? Это я вообще наугад. Так, опять что-то он у себя там записал. Тушки подвешены. Что, прости? Зачем мне поджигать ее? Знаете, что-то подозрительно. Вот возьми-ка. Ее можно взять? Да убери-то. Нельзя взять ее. Что-то я упустил. В свинках нету? Так, ладно. Пойдем назад, может что-нибудь произойдет. Щиты не снимаются. Может в аутсайд теперь хочешь пойти? Нет. Не хочет. Тут никак ты не пройдешь. Он заблокирован с другой стороны. А сюда мы использовали, да? Опа. Откуда у нас осколок сферы? Пожалуйста. И такое бывает. Свечи в воздухе. Так, короче. Вот мы и застряли. Вот мы и застряли. Неизвестно, что от нас требует. Можешь... Ты хочешь там что-нибудь долотом поковырять в свинках? Нет. Я просто знаю такие приколы в амнезии. Может, парлу побить? Да нельзя. Давай спать ляжем, а? Нельзя? Нельзя. Так. Уже загадки, блин, уже какая-то хрень. О, как? Спрятали. Спрятали ключ. Да хоть не дури, а. Прям, ну, повезло мне. Чего? Вот
это подозрительно. Четыре шкафа железных. По-любому в каком-то шкафу сидит какой-нибудь говнюк. Письмо. Подозрительно. Очень подозрительно. А чё, я думал, сейчас что-то произойдёт, не? Ладно. Так, ковёр двигать нельзя. Хорошо. Почему тут свет горит? В углу. Ни хрена у тебя запас угля! Ты прям это... Опа! Кусок пушки! Нормально, блин. Но эта картина должна сниматься. Нет! Не все так просто, как хотелось бы. Ну-ка давай подвинем. Да и понимать, скинь ты, если тебе сложно. Нет, ничего, да? А, ну он ключ-то. Валим. Получается ключ от аутсайд. Все просто. Не, ну пока что спокойно. Пока что спокойно, ничего не происходит. Немножко, да, запутали нас. Но с легкостью я нашел ключ. Ну-ка. Сразу проверим, нет там ключа. Кто-то тут бухал вовсю. А зачем нам в этот лес идти? Это же плохая идея. Давай не пойдем туда. А я тут знал, что дверь откроется. Надо было сначала направо сходить. Ну ладно, посмотрим, что у нас тут. Ты точно хочешь туда идти? Я что-то не хочу. Здесь все двери видно, что ломали. И огромные следы ведут вон туда. Виднее. Опиум. Опиум, это хорошо. Опа. Дрель будем собирать. Деталь от дреля. Угу. Хорошо. Чё, я сюда припёрся? Подозрительно. Очень подозрительно. Ничего нет. Так, ну куда ведут следы, мне явно не хочется идти. Пойдем лучше вон сюда. Хрен там, закрыто. Как страшно, камни упали. Прям обосраться можно. Ага, тут надо стену сломать. Ну, это все понятно. Пока что я смотрю, так мод сам по себе простенький такой, без каких-либо наворотов. Да ладно! Пустой сундук. Чё ты не гонишь? Давай сломаем, чё? Без проблем.
сначала я смотреть хочу. Ну ладно, письмо. Пару трупиц. Так. А что если все-таки я попробую пойти в эту дверь? Но! У меня есть предположение, что она закрыта. Да. Она вроде как написано забаррикадирована с другой стороны. Подлагнуло, значит, какая-то хрень здесь будет. Ну, то есть какой-нибудь скрипт здесь сработает. Может, Валерка придет или еще что-нибудь. Так, ну вот, оставь-ка его лучше, шкаф открыт. Дверь действительно забаррикадирована. Чуть было. Что-то произошло, то ли что-то упало. Ага, еще деталь. Подожди, вот деталь. Ага, закрыто. Там, по-моему, третья деталь нужна, ну попробуем. Ну, понятное дело, не хватает деталей. Вижу, что там что-то есть. А так просто мне не достать. В смысле? Нет? Так. Ты в этом уверен? Ладно, давай разгребать проход. Вопрос. Вопрос на миллион. Где еще одна деталь? А! Понятно. Я понял вас. То есть с помощью долото он может, ну, практически каждую дверь открыть. Вон еще одна деталь. И теперь я понял, куда надо использовать эту дрель. Я вас понял. Вроде как сюда. Да. Прям догадливый. Все, сломал дрель, да. Давайте включаю сюда и лес. Кейту щет. Или как правильно прочитать. И все получается. Посраться нужно. Где? Петрович, ты это, убери. Сиди ты уже. Да, иди ломай эту дверь. Молодец, сломал. Уходим. Теперь надо понять, чего этот ключ. Хорош биться. Скорее всего, от вот этого домика. Потому что я вижу, что сюда можно зайти. Да, именно от него. Как, блин, все у нас взаимосвязано сейчас идет. Правильно, что я прямо пошел, а не направо. Зашел за ключом, чтобы открыть этот дом. Прям идеально.
только у меня такой маленький вопрос. Зачем я сюда зашел? За лопатой? Что-то обосрался, ну стул сломался. Пришел конец ему. Все как-то ломается, все как-то гниет. Стул сгнил, сломался. Что-то обосрался. Все нормально. Не переживай. Так, а вот лопата это плохо. Значит, ты какую-то могилу собрался копать. Я тебя понял. Именно могилу. Я не думаю, что он просто, как ребенок малый, хочет в песочке поковыряться с лопаткой. Не думаю явно. Ему нужно какую-то могилу. О! Вот это я пропустил, называется. Давай, ты, может, откроешь как-нибудь? Может, лопата подковырнем? Нет, эта дверь просто так, видимо. Ага! Сундук. Пожалуйста. Да бери же ты! Да, масло прям в жопу жрет. Колонка. Тебе вода нужна? Физика здесь всегда офигенно была. Вода не выливается из ведра. Нормально. Ну, может, она, конечно, замерзла. А, вон могила, кстати, я уже ее вижу. Перед тем, как мы туда побежим. А сейчас я уверен, вот эта дверь по-любому закрыта, да? А, нет. Я думал, тут надо могилу выкопать, там у мертвого забрать ключ, потом использовать туда ключ. Давай выкопаем по-любому эту могилу. Она прям одна тут. Намек огромный такой. Lock, like, и found. Давай копаем. Меньше слова. Обосраться, не проспаться. Это как так, в могиле и у нас проход, люк. Подожди, тогда слышу. А что там тогда? А если я не вернусь оттуда? Подожди. Ага. Типа он говорит, я не могу пока пойти в лес. Мне надо в этот люк залезть. Хорошо, я понял тебя. Полезно. Ну, это что-то новенькое. Обычно могилу выкапываешь, там гроб, мертвец, там, либо же ничего, ключ. Так тут, блин, люк. Обосраться, не проспаться. Блин, вот... Дежавю. Вспоминаю вот эти вот... Влево и направо, обычно слева тупик. Сколько я не видел уже вот этих вот... проходов, скажем так. Посрался, нахуй, посрался. Чё там, завал? Опа. Магия какая-то. Блок А. А тут еще и замок, и магия. Там не пройдешь. Явно. Ёпу, что налево. А Крипа, кто ж тебе голову отрезал? Тебе голова нужна его? У тебя есть клей? Как тут? А, ему не приклеишь. Он текстурный. Ладно, братан, удачи тебе. Трудница. Тебе там предлагают просто поджечь. Все, больше ничего нет. Так, ну мне нужен ключ, по-любому, как не включить. Ух ты, следы прям кто-то это. Ладно, не буду говорить, в какой позе стоял, но я думаю, многие догадались. А почему здесь подсвечено? Не знаю. Какие-то китайские иероглифы. Что здесь происходит? Трутница. Да бери ты трутницу!
О. Письмецо. Так, блок А это лаборатория, блок Б это... что-то с водой, по-моему, связано. Сторидж, хранилище, мейн коридор, большой коридор, хелл, морг, С, центральный коридор. Нахрена нам морг? О, по-любому сейчас там кого-то увидим, да? Трупецкого и все, что ли? Я думаю, как всегда, кто-нибудь пройдет там, напугает нас. Лом. А, ну... Очевидно. Здорово, братан лысый. Чё ты на него смотришь, я не пойму. Чё он тебе, не видел его, что ли, ни разу? Этого дружбана мы знаем. Он не дружелюбный нам нифига. Вот Валера, он друг. Он бро. А это козел вонючий. Так, значит, у тебя есть лом. Его надо сюда использовать. Я тебя понял. О, не сломался. А чё ж ты выбросил тогда? Old. Old. Old это старый. Если... Я не ошибаюсь. А, мы, кстати, ты в курсе, мы к этому лысому идем, по-моему. Блок С. Блок Д. Ну, про этот замок он ничего не говорит там. Слабо он его может сломать, ничего он не говорит. Так, получается, мы идем куда? Морг! Прямиком в морг! Хорошая идея, всегда мечтал. Офигеть, кто ж тебе записку в рот вставил-то? Я впервые такое вижу, за свою историю, сколько модов прошел. Впервые такое вижу. Тут где-то этот, Розенбаум этот ходит, лысый. Пустая банка. Ключ. Чё разлёгся-то? Ох, ебану мать. Вот это здесь такая ванная прям. Из крови и очень даже неплохая. Ну, на морг, конечно, не похоже. Я более профессиональный морги. Видел в модах, это более, как сказать, склад трупов, не знаю, как тупо скиданные трупы и все. Смелкей, маленький ключ, вроде как. Блок Б. Угу. Точно нельзя. А, подожди, у тебя банка же была, может ты кровь хочешь набрать, может ты, как я, вампир, пьешь кровь. Я не знаю просто, зачем вот банка ему, у меня есть такая догадка, что он кровь хочет набрать. Зачем? Непонятно. Давай попробуем. Натуре. Блуд. Ну, кровь, действительно, он набрал кровь. Зачем кровь ему? Непонятно. А, у нас же есть лаборатория. Точно. Вот там понадобится кровь. Я вас понял. Я вас понял, понял, понял. Так, это что, блок Д? Может, этот ключ пойдет сюда? И... Это все просто, блин. Капец, как просто. Опа, корова. Не хочет туда залезть? Ну давай, напугай меня. Да. Я должен был обосраться на этом месте. Но! Я это уже видел. Кого там мучают? Алло. Нет. Нет, эта дверь просто так здесь. А, здесь вообще выбили. Ничего. Ух, ни хрена тебе раскотолюбил. Тоже ничего, да?
Проверим. Нет, ничего. Так, направо, либо налево. Слева у нас книга. Medieval Tortoise Shell. Короче, какая-то книга. Жечь нельзя. Здесь, значит, что-то должен найти по-любому. Нет? Ничего? Да ты что? Я что, сюда просто так пришел? Я, по сути, здесь ничего не нашел. Может, покрутить надо? Крути барабан. Да нет. Ни хрена подобного. Поджечь нельзя. Пойдем назад. Пойдем назад, возможно, что-то произойдет. Как вариант. Ну, если сейчас ничего не произойдет, то, в принципе, смело я могу закончить эту серию. Чтобы лишний раз не бегать и не застревать. Не тратить время, скажем так, впустую. Но я сомневаюсь, что тут можно использовать лом. И золото это бред. Кровь бред. Да. Что-то мы явно там пропустили. Блоки D или каком там были сейчас. Ну вот этот последний блок, что-то вот в нем мы упустили. Ну да ладно. Я думаю, пока мы на этом моменте закончим. Надеюсь, вам... Опа, шестерня, трутница. Гляньте, как все пропускаю. Трутницу и шестерню, еще и даже две шестерни. Может быть, они куда-то понадобятся. Ну ладно. В общем, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.